Приветствую всех, с вами Нибиру, и сегодня мы смотрим игрушку из Стима под названием Mr. Prepper. Игра про выживание в постапокалипсисе. Посмотрим, я ее купил, потому что был скидон, но сейчас идет, поэтому если вам игра понравится, то вы можете ее купить по довольно хорошей скидке. Давайте начнем, глянем, что тут вообще есть. Игра вроде как должна быть интересной. Обычная игра, особые режимы. Давайте обычную игру. Для тех, кто хочет просто насладиться спокойной повседневной жизнью, задуманная сложность, с которой мы рекомендуем начать знакомство. Ну, раз она задумана, давайте ее выберем. День 1, версия 1.3.0.0, сложность обычная. Ну, все верно. Начинаем. Подсказка. Будьте готовы к худшему. Отличная подсказка. Так. Для игры, кстати, вышла DLC. Там можно что-то с животными делать, их выращивать. Хотите пройти обучение? Но это DLC я не купил, потому что там альтернативная концовка, альтернативное прохождение. Я думаю, если я сейчас поиграю, мне все понравится, тогда уже куплю DLC. Итак, давайте пройдем обучение. С тех пор, как мир поглотила чума, в стране поменялось правительство, жить в этом городе стало просто невыносимо. Он совсем мертвый. Здесь нет ничего, кроме скуки, пропагандистских речей и тотального контроля. Я попытался сбежать, на этот раз у меня ничего не получилось. Но я все равно отсюда выберусь. Меня называют мистером-выживальщиком. Ну, то есть мистером-преппером. Перевели мистер-преппер как мистер-выживальщик. Лес на заднем фоне классный. В 2D, по-моему, сделан. Мы вернулись в ваше место проживания, гражданин. Кто с кем разговаривает? Что это за человек? Мне нажать надо? Да. Ввиду попытки побега мы конфисковали ваш автомобиль. Это стандартная процедура. Разумеется, покупать новый вам запрещено. Агентство выражает надежду, что вы не будете предпринимать дальнейших попыток покинуть Мерикасвиль. О, конечно, уверен, что полюблю этот городишко всем сердцем. Похвально, гражданин, с сегодняшнего дня вы на испытательном сроке. Я буду регулярно приходить и проверять, нет ли в вашем доме следов бунтарской деятельности. Это стандартная процедура. Не сомневаюсь, что вы будете примерным гражданином, и мои визиты станут простой формальностью. Боже, храни президента. Боже, храни. Да, начало интересно. Обучение. Добро пожаловать в обучение. Сейчас я вам все покажу. Хорошо. Ну, давайте. Так, управление. Перемещаться либо правой кнопкой, либо ВСД. Да, то есть ВСД мы не им управляем, а камерой. Управляйте выживальщиком с помощью левой кнопкой. Все ясно. Понятно. Двойное нажатие для бега. Все. По любому объекту для взаимодействия. Ну-ка, осмотреть. Используйте его для путешествий в другие места. Хорошо. Пора вздремнуть. Вы устали после попытки побега. Пора вздремнуть. Вы заслужили. И стрелочка красная нам показывает, куда идти. Давайте его туда отправим. Пожалуйста, бегом. А то долго ты будешь идти. Ну, домик у него, в принципе, неплохой. Смотрите. Спальня, гостиная. Небольшой коридорчик. Кухня. Тут стоят газ, масло и большой участок, насколько я вижу. Так, ладно, давайте поспим. Вздремнуть. Так. Можно перемотать вперед, да? Насколько я понимаю. Время. Все. Вы голодны, съешьте что-нибудь. А где я вижу, что я голоден? А, вот вверху. Полоса сна практически заполнена, а вот сердце — это здоровье. Здоровье — это голод? Или это что-то другое? Так, давайте откроем холодильник. Взять все, конечно же. И нам сказали, что-то надо съесть. Давайте съедим. Есть. А, да. Сердце — это значит голод. Понятно.
Это ваша живучесть. Отлично. Держите живучесть на высоком уровне. Самая важная характеристика. Если она опустится до нуля, вы упадете в обморок. Ешьте и отдыхайте, чтобы она оставалась высокой. Так. Взгляните на свой новый план побега. А где у нас новый план побега? Я пока не понимаю, где новый план побега. А, он над кроватью. Все. Бежим к новому плану побега. Читать. Задача номер один — выжить. Отличная задача. Я с ней полностью согласен. Задача номер два — сбежать. Это все? Это весь план побега? Построить первую комнату бункера. Так, давайте строить. Так, как нам это сделать? Нам показывают, что надо нажать сюда. Стройка Б. Нажал. А, вот. Все, понял. Построить. А что я строю-то? Или это просто как место, а комнату мы потом определим? Ну вот, пошел процесс. Это он строит так? Обратите внимание, как он строит. Если бы все в нашей жизни так строилось. Старый друг, нужно сделать лестницу. Сначала снимите покрывало со своего верного верстака. Хорошо. Осмотреть. Так, ткань. Простой материал, используется для изготовления одежды. Взять. Все. Ваш верстак слегка заржавел. Посмотрим, как можно его обновить. Осмотреть? Нет. А как можно обновить? Ну, давайте создать нажму. Верстак. Лучший друг выживальщика. Так. Создавай, разбирай, твори. Но агентству лучше о нем не знать. Вам понадобится металл и дерево. Для начала купите... 8, да, это восьмерка. 8 единиц металла. А, купите, где купить? Ага. То есть он письмами обменивается с кем-то, кто нам принесет металл. Что ж, пора закупиться. Делаю заказ, забираю его через 2 часа. Вот так это работает. Сергей. У нас Сергей металл продает. Так, ну нам сказали, надо 8 частей, да, металла купить. Вот так. Все, торговать, продано. Дом Нэнси есть. Супермаркет. Доверие — второй уровень. Каждый раз, когда уровень доверия повышается, вы получаете доступ к новым, более выгодным предложениям. А еще по рекомендации соседа можно познакомиться с новыми торговцами. Так, ладно, закрываем. Идет счетчик. Отправляйтесь в лес и раздобудьте бревен. Так, как это сделать? Использовать? Так, выбираем лес. Лес, уровень 1-1. Ой, посмотрите, какая прелесть здесь стоит. Бревна 0 из 3. Бревна у нас подсвечены. Взять? Он что, целое бревно будет брать? А, да, это так работает. Ладно. Давайте тогда другой возьмем. И третье. Так. Слишком тяжело. В смысле слишком тяжело? Нам надо 3 бревна взять. Как понять, слишком тяжело? А как мне третье тогда взять? Или мне сперва 2 доставить, а потом за третьим вернуться?
Чернику, кстати, можно взять. Да, чернику он берет. А бревна почему-то нет. Может, дальше там еще какое-нибудь бревнышко лежит? Давай, давай, бегом, бегом, бегом. Так, взять? Не, слишком тяжело. Ладно, давайте тогда отнесем сперва эти два назад домой, а потом вернемся еще. Так, как вернуться назад? Вот так, наверное? Неплохо бы собрать бревна. Отлично. Сейчас соберем. Почтальон. Раньше я разносил самые разные газеты, но сейчас люди читают только правду. Что ж, моей спине лучше. Так, ну все понятно. Значит, отсюда берем. Угу. Взяли. Как мне бревна-то? Что мне с бревнами делать? Почва, деньги, ткань, металл. 8 штук металла. Так, а где бревна-то посмотреть? Бревно. Так, ну-ка подождите-ка. Я могу бревно вот сюда вот как-то перетащить? Во, бревна. Да, 91 из 100, смотрите, у нас загруженность. А, вот, я могу их просто положить сюда. Все, раз. И давайте положим второе. Два. Но тогда здесь не засчитывается. Видите, я их кладу. Уровень безопасности 0. Осмотреть. Древесина 5. Давайте я возьму тогда вот это маленькое. 71. Подождите, а что мне еще в инвентаре есть, что много отдает груза? А, у меня вот эти вот всякие, тут капуста и все другое. Я могу это куда-нибудь складировать? Типа в ящик. Так, открыть. Мне сейчас не до этого. Как это тебе не до этого? Я хочу складировать. Давайте холодильник откроем. Положим в холодильник. Зря я, наверное, взял. Это суп? Да, все. Положить все. Готово. Да, а теперь я, наверное, могу взять те бревна. Из-за еды, короче, скорее всего. Был небольшой косяк. Почему он не мог брать? Да, теперь он сможет взять. Все, возвращаемся тогда в лес. Давайте. Так, быстрее давай сюда беги. И сейчас третье бревно возьмем из лесу. Так, в лес. Он, кстати, спать хочет. Видите, слева сверху индикатор зеленый. Снижается очень хорошо так. Так, взять. Все. Три бревна взяли. Отправляйтесь домой. Все. Бежим. Самое время что-нибудь разобрать. Разберите три бревна. Так, к верстаку. И давайте здесь создать, наверное. И тут, видите, выбираем разобрать. Он разбирает. Нам все три бревна надо разобрать сперва. Давайте это сделаем. С каждого бревна 5 древесины. Вам письмо, заберите свой металл. Мне пришла почта. Улучшите свой верстак. Ну, наверное, надо нажать на создать здесь. Так, вроде как улучшил. Наконец-то можно сделать лестницу. Так, делаем. Довольно быстро он крафтит. Так,
Просто поставьте лестницу, зажмите и перетащите. Так, лестницу. И перетащите куда? Куда? Вот сюда, да? Давайте. Так. Есть. В бункере нужны лампы. Чтобы их сделать, понадобится стекло. Давайте раздобудем что-нибудь. Разберем что-нибудь на верстаке. Левый альт и кнопка мыши. Подбор. Так, ну давайте сперва поспать. Нажмем. Что значит? А, он не хочет сейчас спать? Ну, ладно. Тут так темно. Ну, конечно, темно. Так, а что ты хочешь разобрать на верстаке? У нас разбирать нечего. Чтобы их сделать, понадобится стекло. Давайте разберем что-нибудь на верстаке. Имеется в виду что-нибудь из вот этих вот ламп? Или что, что-нибудь? Вот у нас желтым подсвечено, видите? Различные штуки. Но здесь стекло... Хотя, не знаю, может быть. Взять. Это мы что берем? Пластиковые стаканчики? Так, ну-ка, а мне интересно. Вот он взял стаканчики. Тут пишется... Да, а, нет, смотрите, стекло. Нет, а все правильно. Разбираем. Раз. Разобрали. Может узнать новые рецепты, разбирая предметы. Если вы разберете что-то из своего дома, то всегда сможете заново создать эти вещи. Да, вот смотрите, настольная лампа, грядка. Сделайте настенную лампу. Чтобы сделать лампу, нужно одно стекло. У нас есть. Все, делаем. Есть. Установите лампу в бункере. Зажмите и перетащите. Так, ну давайте поставим ее куда-нибудь сюда. А, он даже не устанавливает, она автоматически там появляется. Так. До 3 ночи обязательно нужно лечь спать. У нас сейчас 21:37. Все, побежали. Я так и не понял его, если честно сказать, план побега. Спастись, убежать. Но в чем план-то заключается? Так, первый день прошел. Теперь у нас второй день. Агент. Смотрите, на среде написано агент. Хорошо. И идет сохранение, когда мы ложимся спать. Можно перемещать вещи с помощью Shift плюс левая кнопка мыши. Хорошо, запомним. Так. Скоро придет агент. Нужно спрятать или взять все подозрительные предметы и открыть ему дверь. Так, а у нас подозрительных предметов-то нету, в принципе. Поэтому... А можно как-нибудь... А, он сам зашел. При прошлом правительстве нам потребовался отдельный ордер на каждый обыск. Это мешало безопасности и благополучию. Ну, у нас, в принципе, же в доме ничего нет, да? Такого. Единственное, что верстак. Он сейчас верстак увидит. Или он как, сагрится на верстак или нет? А, мы ничего делать не можем. Так, ну, мы должны сейчас просто ждать, пока он все осмотрит. Время, к сожалению, сейчас нельзя прокрутить. Но смотрите, часы вроде не идут, пока он осматривает.
Так. Недостающие обязательные предметы. Подозрительные предметы. Лестница. Верстак. А это что такое? План побега? О. Ё-моё. Уровень подозрительности 100%. Значит, смотрите, верстак, план побега, лестница и бочка. А бочка-то ему чем не понравилась? Арестован. Блин, это все, да? Гейм овер. Вы не подготовились. Загрузить последнее сохранение. Так мне, в принципе, не дали времени на то, чтобы подготовиться. То есть мне написали, что вот сейчас придет агент. Я смог секунду там кликнуть мышкой, и все. Так, давайте план побега возьмем. И возьмем верстак быстро. Так, возьмем верстак. И возьмем лестницу быстро. Накрыть. Накрыть. Все, накрыли. И теперь бочки. Взять. Взять. И взять. Все, вроде все взял. А, ему еще что-то здесь не понравилось. Хотя, вроде как все, да? Да, теперь смотрите, теперь он ждет. Так, ну все, пусть осматривает. Сейчас должно все хорошо пройти. Значит, бочки, план побега, лестница и верстак. Ну, слушайте, если он будет приходить часто, то это, конечно, будет немножко надоедать вот так вот прятать все. Хотелось бы, чтобы он приходил хотя бы там раз в неделю, а лучше раз в месяц. И меня немножко накаляет, что мы не можем пропустить, потому что он, ну, понятное дело, осматривает все комнаты. И мы просто сейчас стоим, ждем. Нету никакой возможности это как-то немножко ускорить. Ну все, ты осмотрел? О, 0%. Подозрительные предметы нет. Следующий визит. Агент придет к вам 9-й день, 1-й месяц. Так. Боже, едва пронесло. Надо быть осторожней. Поставьте верстак в бункере. Вот. Вот это правильная тема. Потому что... я не могу туда попасть. Снять. Так. Потому что каждый раз прятать, я говорю, это бред. Так, как ставим верстак? Давайте вот так вот поставим. Есть. Приготовьте себе поесть. Может что-нибудь приготовить? Конечно, давайте что-нибудь сейчас сделаем. Так, приготовить. Забросить немного сырых ингредиентов, прибавить жару, и вуаля, еда. Приготовленная еда намного питательней. Приготовьте себе поесть. Не забывайте, только приготовленная еда по-настоящему питательна. Для начала можете приготовить суп или смузи. Чтобы приготовить суп, вам понадобится вода. Подойдет вода из-под крана. Ладно. Так, есть вода из-под крана. Капуста. Подождите, а что я могу вообще приготовить-то? Вода. Так, мне нужно, смотрите, для супа... мне надо овощной суп, да. Значит, морковь, свекла, капуста и вода. У меня все это откуда? Морковь. Подождите, может в холодильнике это все взять? Слишком тяжело. Ну, ничего, потерпишь. Вот, овощной суп теперь можно приготовить. Да, так, наверное, и надо сделать. Приготовить. Все, и давайте есть. Хорошо, все готово. Грандиозный план, пришло твое время.
загляните в свой блокнот. Так, я сейчас все назад уберу, потому что оно место занимает в инвентаре. Загляните в свой блокнот. Где блокнот? Вот, внизу блокнот. Это блокнот? Это снаряжение. Надо бы проверить свой грандиозный план. Так. И... Слушайте, а план же я тоже могу сюда повесить, правильно? Ну, просто чтобы он там глаза не мозолил. Он у меня в инвентаре. Где там? Отчет агента. Вот, план побега. Вот так. И давайте его проверим. Найти источник пищи, посадить в бункере растения. Ну, вот конкретная задача. Пора создавать подземную плантацию. Так, агенту это не понравится. Чтобы сделать самую простую подземную ферму, вам понадобится 5 комнатной почвы, можно сделать на верстаке. Можно найти в доме. Семена также можно купить. Так, вопрос, где мы это будем выращивать? Потому что, ну, этой комнаты на все не хватит. Давайте как-нибудь еще одну, что ли, комнату сделаем. Койка, верста, койка... Нет, я хочу... Так, на какую кнопку мы там нажимали? Б? Да. Вот, я хочу еще одну комнату сделать. Я могу сделать еще одну комнату? Вот так вот. Построить. О, смотри, там кто-то пришел, почтальон. Так, построили. Это что такое? Ящик улучшения комнаты. Я не могу туда попасть. Нужна лестница, правильно? Так, а лестницу мы строили из... Верста, койка, лестница. Из металла. 3 нужен металл. Бочку топлива, кстати, поставлю сюда. И вторую бочку тоже сюда поставлю. Пусть здесь стоят. Так. Нужен металл. А еще одна бочка топлива. Влезешь? Так, все. С бочками определились. Стекло у нас из стаканчика, а металл у нас откуда был? А только металл нужен для нее? Или дерево тоже нужно? Металл мы покупали, я вспомнил. Так, верстак, лестница. Нет, только металл. Ну, давайте купим, или денег нету? Так, это что такое? Письмо. Письмо написано красивым цветистым, цветастым почерком. Так, давайте почитаем. Читать. Вам нравятся цветы, травы, любые растения? Никак не можете завести друзей? Устали от городской жизни и унылых мужиков в костюмах, которые приходят к вам домой? Любите природу? Если ваш ответ хотя бы один из этих вопросов «да», приходите днем в лес. Возможно, вы найдете там нового друга. Ваша травница. Ну, давайте. Хотя нам металл нужен. Но дерево нам тоже надо. Поэтому можно, в принципе, походить, пособирать. Так, что здесь еще есть? Здесь все конец. Там какая-то зона ловушек или заминированная вообще еще лучше. Но, надо сказать, бревен не появляется новых. Да? Вот тут я еще одно видел. Давайте его возьмем, коли мы в лесу. А где травница, это, конечно, вопрос. Так, днем в лесу можно встретить местную травницу. Ну так я в лесу сейчас нахожусь. Что-то ее как-то нету. Так, ладно. Хотя здесь, смотрите, есть еще тропа. Давайте по ней пойдем. Глянь, может, она дальше там в лесу? Так, в эту сторону пойдемте. Слушай, тут заблудиться можно. Вот я еще вижу, лежит бревно.
Так, взять. Отлично. А это что за будка? Подъемник. Это что такое? Тунец, сухпаёк, стекло. О, отлично. А можно ее взять? А нет, ее взять нельзя. Открыть можно. Так, а здесь что? Так, вот здесь я еще пропустил. Ничего не пропускаем. Так, открыть. Здесь у нас стекло, перья и перья. Возьмем. Ну все, тут уже граница зоны. Ясно, нету здесь травницы. Ну давайте еще чуть-чуть дальше пройдем. Главное, чтобы там хищников не было. А то я тут гуляю. Опа. Это подозрительный... А это что за рычаг? Осмотреть. Рычаг. Относительно простой рычаг. Может быть, он пригодится для ремонта канатной дороги. Взять. Так. И куст. Это травница? Ой, батюшки, я не пряталась. Я просто ягодки собираю. Боб, ты в порядке? А, ну вот, травницу нашли. Ну, здравствуй, лютик мой. А я знала, что ты придешь. Какой сильный и способный парнишка. Давненько меня не называли парнишкой. А вы? О, где же мои манеры? Меня зовут Дженни. Это я тебе писала. Уж прости за всю эту конспирацию, но осторожность сейчас не лишняя. В это время я обычно здесь. Я травница. Ко мне может приходить... Можно приходить со всем, что касается трав. Ну, понятно. А меня называют выживальщиком. Рад познакомиться, мэм. О, прошу, зови меня просто Дженни. Позволь перейти к делу. Мне не помешала бы твоя помощь. Видишь ли, у меня есть чудесная хижина в лесу. Только я не могу туда попасть. Там все время бродит свирепый волк. Я уже все перепробовала. Он не купился даже на вкуснейшую сосиску с ядовитыми травами. Не мог бы ты от него избавиться? Волк и хижина в лесу, а корзинка и красная шапочка мне не понадобятся? Тебе очень пойдет светло-красный, но я не из полиции моды. Просто помоги мне, и никому не придется спрашивать, почему у меня такие большие зубы и уши. Ну хорошо. Взамен ты можешь забрать из моей хижины любые материалы. Я все равно собиралась обновить ассортимент. А как только я вернусь в хижину, мы сможем поторговать. Договорились? Договорились, я разберусь с этим волком. Боб, ты слышал? Мы вернем себе хижину. Так, вопрос у меня, как здесь сражаться? Так, и где хижина? Вот здесь, наверное. Так, вот здесь что-то висит. Ну-ка, читать. Охотничий клуб. Все, что может предложить дикая природа Мерикосвиля. У нас можно приобрести мясо самых разных животных. Так, а если же вы хотите поохотиться сами, предлагаем вашему вниманию широкий спектр ловушек и приманок. Любопытно, надо бы посмотреть, что у нее есть. Охотница. Слушайте, так может перед тем, как идти на волка, сперва к охотнице зайти? Это было бы логично, чем с голыми руками идти на зверя. Слишком тяжело. Все, инвентарь у нас забит. Да, давайте так и сделаем. Так, можно как-нибудь отсюда сразу уйти, не ходя по тропам? Так, возможно, нет? Время. Здесь у нас все, что есть. Предметы. Здесь тоже предметы. Стройку нельзя. Ну ладно, пойдемте тогда. Как и сюда шли, назад. Дождь начался. Так, где здесь путь назад? Ага, вот он. Зажать левый Ctrl, ускоренная перемотка. Сейчас попробую. Так, а здесь...
Нет, не в эту сторону, значит, в другую. Вот. Зажал левый контур. Да, кстати, побыстрее. Все, мы дома. И давайте, нам надо купить металл, чтобы лестницу сделать. Торговать. Дом Нэнси, Сергей. Серег, нужен металл. Это что? Деревянный поддон. Металл. Вот, смотрите. 4 бакса. А сколько у меня? У меня 18. Да, давайте. Один металл. Хорошо. С кем еще можно торговать? Дом Нэнси. Не могу пока. Хорошо. Охотница. Это что такое? Простая приманка. Обычная приманка для ловушек. Ну, давайте одну куплю. Так. И знаете, что бы я хотел сделать? Я хотел бы посмотреть, где можно найти семена. Потому что он сказал, дома тоже можно семена найти. Давайте глянем. Может, что-то есть. Нет, здесь ничего нету. Так, идем тогда вниз. И разбираем деревья. Так, разобрать. Давайте все, короче, сейчас будем разбирать все, что есть. Низкий уровень живучести. Ну, ладно. Живучесть на нуле. Ладно, беги. А то ты сейчас нафиг упадешь. Давайте спать. И потом что-нибудь поедим. Да, один раз в неделю, смотрите, этот приходит шпион. Ну или кто он там, агент. Но день как-то быстро идет. Прям смотрите, один раз сходили в лес, уже все. Вечер. Так, надо семена искать. Так, давайте воду, получить воду. Так, и приготовить. А, мне опять продукты нужны, блин. Взять все. И давайте что-нибудь там состряпаем. Черничный смузи. Это из черники, которую, кстати, в лесу нарвали можно. Все, есть. Отлично. Что еще можно? Морковку оставлю. Сухпайок. Все, супер. Капусту тоже оставлю. Тунец можно схлопать. Все. Давайте теперь искать семена. Где могут быть семена? Металл, пластик. Нет. Вот семена. Ну, этого хватит, нет? 5 семян. Положите 5 участков почвы в свой бункер. А что значит положите 5 участков почвы? Мне почву где взять-то? Соберите 5 мешков семян. Так, здесь у нас коробка пришла. Можно, значит, сделать на верстаке лестницу. Сейчас я этим и займусь. Создать. Да, и, кстати, надо бревна разобрать, иначе они много места занимают в инвентаре. Так, и вот это бревно тоже разберем. Все. Да, коробку, чтобы металл получить и построить лестницу. Все, теперь можно... Металл... А, подождите, металл-то не один нужен. Еще 2. Ясно. Грядка. Качественная почва для выращивания растений в бункере. А нам надо сколько положить? 5, по-моему, да? Давайте 5 сделаем. Но мне нужно еще 2 металла. С почвой проблем сейчас не будет, а вот... Да, 5 участков почвы. Но мне нужен металл. Что можно, в принципе, на металл пустить? Вот эту вот коробку, правильно? Я же такие коробки заказываю. Да, пластик и металл. Отлично. И еще надо что-то.
Металл, все, супер. Тогда я вот эти коробки и разберу. Давай еще вот эту коробку возьмем. А вот эта коробка что такое? Осмотреть. Два металла. Ух ты, вообще супер. Можно было не заказывать, можно было из своего сделать. Все, значит, поехали. Разбираем на металл. Есть. Теперь строим лестницу. Так, давай, давай, давай. Есть, лестница готова. Ставим лестницу. Ну, вот так, да, наверное? Подождите, не поло... Вот так. Есть лестница. И теперь нужно фонарь сделать. Книга, стол, полка. Бейсбольная бита, простая ловушка для поимки невинных зверушек. Бейсбольная бита. Нужно размахнуться и ударить. Давайте создадим. Пусть будет хотя бы какое-то оружие. Как сражаться? Чтобы атаковать, предусмотрено две кнопки. Щелкните кнопкой мыши или зажмите ее, чтобы продолжить атаку. Атакуйте в левую сторону с помощью Q, атакуйте в правую с помощью E. Если вы хотите изменить управление под себя... Ну, в принципе, вроде как понятно. Взять. Все, бита у нас F теперь появилась. Отлично. Но у меня вопрос, как сделать... Светильник. Шкаф, деревянный сундук, лестница, койка, верстак. Грядка. Настенная лампа. Во. Делай. У нас стекла же дофига. Так, есть лампа. Давайте поставим ее сюда. Ха, он тебе разбитый ходит. Отлично. И теперь кладем здесь, ну, почву, соответственно, да? Вот, 5 штук. Как ее положить-то? Раз. Два. Три. Четыре. Так, смотрите. И надо еще пятую. Так, я могу как-нибудь Б и комнату вот тут вот, да, построить. Так, все. Построили. Подождите, а нельзя снести вот эту оградку? Ладно. Настольную лампу сделай, пожалуйста, еще одну. Так, есть. И давайте сюда. Жаль, что нельзя объединить эти две комнаты. Я бы объединил. Так, и сюда кладем еще почву. Ну все. Подождите, а нам сказали, вот так вот можно переносить как-то. А, вот так вот. Я просто хочу, чтобы под лестницей не было почвы. Так, и теперь давайте семена. Семена, вот, морковные семена, погнали. Раз. Погнали, два. Дальше, еще какие у меня тут семена? Вот, свекольные семена. Раз. Свекольные семена, два. Так, его уже глючит, ладно, все, идем отдыхать. Еще надо где-то одни семена найти. Я думаю, на кухне они есть. Вздремнуть. Ну все, хватит. Ты вздремнул? Так, ты вздремнул. Отлично. Значит... Нужно еще одни семена, правильно? Соберите 5 мешков семян, смотрите. Почините канатную дорогу в лесу.
Так, пойдемте искать семена. Смотрим, открыть. А, вот, что их искать-то? Есть они? Капустные, ну давайте капустные возьму. У меня капусты еще не было. Так, и кладем капустные семена на оставшуюся. Все вроде как. Соберите 5 мешков семян. Так собрал. Мне нужно создать собственный источник питания. Так есть же все. Или что мне именно собрать надо? Вроде как собрал. Ну ладно, давайте я все семена соберу в инвентаре именно. Так, здесь может получить... А, нет, это осмотреть. Кухонный шкафчик. Понятно, тут ящики стоят. Здесь что? Ничего. Что тут может быть? У него столько этих банок стоит, но нету семян. Я семян не вижу, по крайней мере. Это вот что такое? Фиолетовый стакан. Это все на металл. Так, а в чем проблема? Я уже взял все семена. Здесь может что? Это что такое? Деньги. Вот, кстати, деньги мы возьмем. Деньги лишними не бывают. Так, здесь понятно. Здесь простая приманка. Тоже возьмем. Пригодится. Ну все, так-то вроде. Соберите 5 мешков семян. Я... Слушайте, а давайте вниз действительно пройдем. И я сейчас все эти семена соберу. Взять. 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 Починить. Так, нужно посадить семена. А, теперь ты... Посадить. Быстро посадить. А, я неправильно делал. Я просто ставил. Ну я красавчик. Я, короче, семена ставил рядом с почвой, но не сажал. А чтобы посадить, надо вот просто быстро посадить, быстро посадить. И насколько я вижу, нужна вода. У нас воды нету. Растениям нужна вода и свет, чтобы расти. Воду можно взять в раковине. Спасибо. Ферма всегда должна быть хорошо освещена. Чем больше света, тем быстрее рост. Короче, еще ламп надо сделать. Обеспечьте растения водой и светом. Ну, светом уже обеспечено. Давайте быстренько водой обеспечим. Нам сказали до 3 часов, надо спать лечь. Час у нас еще есть. Получить. Получить. Не готово. Понял. Успеем? Ну, должны. Так, полить. 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 И еще раз полить. Итак, источник пищи есть. Надо свериться с планом. Так, но ты сперва сверишься с кроватью, а не с планом. Давай, ты успеешь. Ты успеешь, давай. Интересно, что произойдет, если в 3 часа он не ляжет спать? Так, все, спать. Успели мы. Тютелька в тютельку. Но этот день плодотворно прошел. Ферму сделали. Надо подумать, что в лесу сделать, чтобы канатную дорогу отремонтировать. Рычаг у нас есть, да? Ну, по-моему, это единственное, что у нас есть. Так, надо сперва покушать что-нибудь. Так, у меня есть что-нибудь из еды? Не, из еды нет, в холодильнике все. Энергетик есть. Ух ты, энергетик дает не то, что я думал.
Так, давай возьмем морковку, возьмем, ну вот эти всякие ингредиенты возьмем, чтобы что-нибудь приготовить. Что можно приготовить? Черничный смузи. Готовь. Есть. Еще готовь. И ешь. Ну все, хватит этого. Так, давайте с планом сверимся. Так, читать. Как же мне сбежать? На машине, на самолете, на ракете? Не, бред какой-то. Придумать план. Вдохновение. Спланировать. Что это такое? Нужно еще подумать над планом. Как мне сбежать? Нужно вдохновение. Найдите вдохновение, чтобы придумать грандиозный план побега. Что это за задание? Что значит найдите вдохновение? А вдохновение можно найти? Это для меня что-то новое. Может, почтальон будет вдохновением, не? Поговорим с ним. Как ваши дела? Этим утром я свернул не туда и заблудился. Видать, старею. Ну, с ним, короче, мало поговорить можно. Так, дом и лес. Ну, в другое место мы пока пойти никуда не можем. Ну, пойдемте в лес. Бита у нас есть. Починить. Так, а где рычаг, который у меня был? Вот рычаг. Починить. Нормально? Чинит? Починил? Осмотреть. Столб канатки. Используется, чтобы перемещаться между участками леса. Только сначала его нужно отремонтировать. Ну, отремонтировал вроде как. Уровень 2. А, мы выше можем забираться. Все, я понял. Это некие такие этажи. И с каждым этажом, наверное, все становится сложнее. Слишком тяжело. А что у тебя такого тяжелого? А, еда у тебя. Все, я понял. Давайте почитаем, что здесь написано на дереве. А, ну это мы знаем, про охоту. Так, здесь ничего нету. Где волк-то и хижина? Где-то в лесу должны быть. Только вот где? Черника, это хорошо, это на смузи пойдет. Так, а куда здесь можно пойти? Я что-то... А, вот! Можно вглубь здесь пойти. Давайте пойдем. Найдите вдохновение убить волка, преградивший путь к хижине на втором лесном уровне. Мы сейчас тут и находимся на втором лесном уровне. Так, чернику берем. Чернику берем. Так, и идем вперед. Danger. Опасность. Так, ну я тут до конца добегу. Чернику взяли. О, здесь опять стоит будка. В будке какие-то припасы есть. Это что такое? Деньги, деньги и стекло. Супер. Все? Ну да. Значит, у нас знак опасно. Но давайте, тем не менее, сходим. Мне все хочется до этого волка дойти. Сейчас будем боевку тестить. Так. Здесь опять будка. Ух ты! Сухпаек. Тунец. Стекло. Экзотическая приманка. Пластик. Тунец, стекло, тунец. Давайте все возьмем. Там вот кость вроде лежит. И рычаг.
В бою Q атака слева, E атака справа. Нам, значит, E надо нажимать. Раз. Два. Три. А, все? А, стоп. А где он? А, вот, все, все, все. Ой, как неудобно. Ну ладно. Привыкнуть можно. Все? Да подождите. Есть. По-моему, убил я его. Все? Ну, боевка здесь, конечно, не главная. Вроде как все. И рычаг у нас есть здесь. Взять. Рычаг пригодится, чтобы на третий уровень поехать. Берем все. А, и вот дом. Старушки. Это что такое? Садовый инструмент или устройство для пыток? Эта милая Маргаритка не внушает доверия. Но взять нельзя ее. Так. Она сказала, можно, в принципе, все собрать в доме, что мы сочтем нужным. Хижина Дженни. Можно поспать, что меня очень радует. Семена. Так, что здесь еще есть? Семена. Это миска. Так. Семян очень много здесь. Слишком тяжело. Все, короче, семена он брать не может. И тут семена. Так, слушайте, тут семян просто... Жесть. Походу, одни семена. И тут семена. А это что такое? Теплица. Что-то мне подсказывает, что эти растения здесь не просто для украшения. Телевизор. Со времен начала чумы по телевизору не идет ничего стоящего. Крутят только новости об успехах правительства, устаревшие образовательные передачи и старые вестерны. Ясно. Охотничий трофей может травниться не так уж и проста. Кстати, а что за дела с этими рогами? Угу. Это, наверное, она в молодости. Лампа. Короче, это все можно взять. Но давайте это потом возьмем. Я на этом предлагаю остановиться. Если вам интересно прохождение, такое выживание, то, пожалуйста, поставьте лайки, напишите комментарии, чтобы я это увидел. И если я увижу, что вам это интересно, то, само собой, продолжу дальше. Игрушка, еще раз повторюсь, называется Mr. Prepper. Сейчас она в Стиме продается со скидкой. Поэтому, кому зашло, то, пожалуйста, можете воспользоваться предложением. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.